Живое общение, конкурсы, подарки и много музыки. В нынешнюю субботу, 7 мая, гродненцев удивят 24-часовым радиомарафоном. Именно так решили отметить свой профессиональный праздник сотрудники радио МФМ 105.0 и телеканала «Гродно Плюс». Познакомиться со всем происходящим воочию сможет любой желающий. Будут работать 4 выездные радиостудии в торговом центре «Олд Сити», кафе «Старлайт», АЗС «Газпромнефть» по улице Клицкого, а также в кафе «Колобок» в парке имени Жлибера. Генеральным партнером Дня радио выступает компания МТС. Эфир радио и телевидение будут вместе вещать одно и то же. Зрители смогут и по радио услышать, и наши радиослушатели смогут в эфире увидеть то, что происходит в студии. А в студии будет происходить очень интересное действие. У нас будут вживую выступать 2 кавер-бенда. Они будут петь очень интересные и знакомые нам песни. И главное, это будет живой звук.